Вот, я решил быть ближе. Долбоёб-то ісмім Разис Базаров. Хазіргі вақта Өзбекстанда жүдем өзіні көп тренд видеолеге шығарыпты. Яни, ең күшті арқа сейвелерден біттәсі екен, гей екен, гей. Өзбекстандағы ягона номер один гейлерден біттәсі екен. Друзья, многие спрашивают, что же я сделаю первым, если стану президентом Республики Узбекистан. Безусловно, я буду продвигать традиционные гетеросексуальные семейные ценности. Психологи, которые знакомы именно с тем, как оно устроено внутри семьи, знают, что те, кто причисляют себя к мусульманам, они больше гораздо изменяют, чем европеизированные европейцы в Узбекистане. И если раньше наши мамы, бабы регулярно изменять и не палиться, то сейчас век информационных технологий, крупных городов, слежки, наши жены, наши девушки регулярно палятся из-за своих измен. Это часто приводит к семейной ругани, все такое, потому что тибетская традиция, мужчина может изменять, а женщины нет, хотя узбечки больше изменяют, чем европейцы. И чтобы сохранять семьи, я предлагаю государственную программу swingmahalya.us. Мы будем выдавать купоны на анальные оргии под присмотром государства. Поделитесь с друзьями. Хазіргі күнде машхур блогерлердің біттәсі Абусолов Фокс білен Шурат Мусаевке жүзі көп сәкірет әшілепті. Ошо блогерлер топа деген үміттім. Агер топа алмаса, Ташкенде Юрген Братлерден алтымас сұрап қоламан. Братлар, aka-ukalar, kim bo'lsam, qaysi viloyatdan bo'lsalaringam, mana shu geyni ko'rib qolsalaring, nakalini o'tirg'izib, xalqdan kechirim so'ratib, geylarga O'zbekistonda yer yo'qligini ko'rsatib qo'yasizdan umiddaman va sizlardan mana shu videoroligimga javob kutaman. Sizlardan esa bitta iltimosim, mana shu videoroligimga like bosib, hammaga tarqatib tashlaylik. Bunaqangi geylarga O'zbekistonda joy yo'qligini ko'rsatib qo'yaylik. Bunaqangi chortlarga bizning mamlakatimizda vafshi joy yo'q. Mana shu gey istiqrot orqasiyvardi, mana shu basharasini O'zbekistonimiz tanib olish uchun videorolikni like bosib, mana shu videorolikni tarqatishiga yordam qilasizlar degan umiddaman. Rahmat podelsk uchun. Inshaalloh mana shunaqangi istiqrot geylardan O'zbekistonimizda yaqin orada qutlamiz degan umiddaman. Inshaalloh akalar ukalar hammalaringni qo'llab-quvvatlab podelsk berib tursalaringiz, mana shunaqangi istiqrot iflos geylarda O'zbekistonimizdan butun chiqarib yuboramiz. İnşallah.